И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Это первая серия 4-го сезона. Выживаем на Extinction. И начнем с того, что я загружу выжившего на карту Extinction. Выживать будем, понятное дело, в центральной части. Во-первых, отсюда легче будет добраться в ту или иную часть карты. А во-вторых, по логике лора, ты появляешься именно в центральной части, в городе. Вот. Поэтому будем начинать здесь. Да и в целом я как-то больше к этому привык, так как на Extinction, когда я играл, я выживал на... в центральной части. Ну и стартанем, я думаю, тоже в центральной части. Можно стартовать в пустынях, можно стартовать в лесах. В лесах можно выживать, в пустыне можно выживать, в снегах можно выживать без проблем. Единственное, только нет, не Forest, вот. Вот это, то есть это по сути вроде бы единственное место, где нельзя, то есть ты появляешься в месте, где это не факт, где там что-то бомбардировки и так далее. Но опять-таки же вот, рекомендуемое, стартуем в центре, как всегда. Да. Ох, давно же, да. Намного красивее этот имплант стал. И все просто супер. Как же хорошо было набираться без пигмастаксов и ихтиорнисов. Я их уже просто вижу. Где я вообще оказался? Ну вон выход на главные ворота. Выживал, когда я выживал, я строился на вот том выживал. Ну, и когда я. До этого когда-то там, не помню сколько лет назад, выживал. Я строился вот на той верхушке. Туда обязательно еще сгоняем. Самую высокую точку я кое-как, но занимал, да, потому что я хотел, я занял. Вот. Со всех столбов здесь добываются ресурсы, со всех лавочек здесь добываются ресурсы. И жопа, короче, полная. Здесь меня все будет хотеть убить. Собственно, как и везде. Потому что что? Правильно, это Ark Survival Evolved. Сдохни. Или умри. Так, у нас дофига скинов опять ненужных. Здесь мы видим, что пройдены также плюс Альфа Рогвелл теперь, плюс 15 левелов. И, естественно, нужно будет чибика вкачать обязательно. Чибика нужно будет вкачать. Ох. Настроим графику сначала, я думаю, посмотрим, что можем сделать. Да, 30 FPS я вижу, что везде есть. Да, 30 FPS, черт побери, но это больше, чем на операции. Да. Настроим графику чуть там. Ну ладно, FPS немножечко уменьшил, зато графика вроде бы стала получше, по крайней мере для меня, поначалу вполне нормально. Могло бы быть и лучше, если бы у меня не сдохла видеокарта. Вот, скажем так. Так, кристальчики здесь тоже есть поблизости. Камешек. Бляха-муха, как там тебя? Не помню. Чем-то я его инфорсером хотел назвать. А может он так и называется? Я не помню. Так, ладно. Начнем с того, что, как всегда, нужно добыть немножечко камечка, немножечко дерева. Пошел ты в жопу, дрон защитный. Ага, дрон летающий. Пошел ты тоже. Не-не-не-не-не-не-не. Не летай за мной. Я не помню, что с вами, как с вами, зачем с вами и так далее. Ну, вас в баню. Кстати, после Роквелла я апнулся. Потом полосочка была примерно здесь. Здесь вот эти двоечки не было. Если я не ошибаюсь, в общем, я апнулся, и потом, пока смотрел видосики, пока отдыхал, добрый вечер, вот, я на те ресурсы, которые у меня оставались на операции, посоздавал,
Отлично, у меня уже есть и кожа, есть все, что нужно. Посоздавал себе фундаментов, посоздавал себе кожаных шмоток и так далее, и так далее. Ну, в общем, подкачался чутка, увидите насколько. Если не ошибаюсь, это что-то около пару миллионов. Всяким говном создания. Да, поэтому очень даже мне неплохо, очень даже мне это нравится. Мне нужен волос. Волос, если бы я еще помнил, что на тебя нужно. На тебя... Все, что нужно есть, это хорошо. Для чего мне волос? Для того, чтобы я мог отлично от кого-нибудь отбиться. Так. Да, эти скинчики мне мешаются. Надо бы почистить инвентарь, но в более таком... в более спокойном месте, где меня точно, если что, не зажмут и не убьют. Здесь топежа бегает. Вот топежалка бы притомил. Слушайте, вот прям реально бы притомил по топежу, потому что она прикольная. Плюс на нее есть тек-седло. Но опять-таки же не знаю, буду ли я томить или нет. Посмотрим. В целом, идея неплохая. Мне сейчас пришла в голову притомить тех, ну, из дефолтных динсов. Допустим, за место Птера притомить топежару. Ну, почему бы нет? То есть, суть тоже тот же самый летун, но я не томил топежару. Почему бы и нет? Даже, тем более, они здесь летают на центре. Что у нас дальше? Мне вот это пригодится. Кстати, да, навык изготовления я качаю. Я не знаю, зачем я его качаю. Ну, пускай будет, я просто реально не знаю, что мне качать. Что мне не хватает? Мне волокна не хватает. Окей, я понял. Первый день выживания. Первый день выживания, это классно, это кайф, реально. И игра, карта, кстати, более такая стабильная. Ну, хоть она показывает, у меня показывает 25 FPS. Она, черт побери, более стабильна, нежели операция на 40 FPS. Реально, я доводил до 40 FPS, и она иногда поддергивалась даже на начальном этапе. А нафига мне кремень? Мне сейчас кремень нафиг не сдался. Мне камень нужен. Ой, я лошпед. Заговорился и давай добывать то, что не нужно. Ну что, сейчас пойдем охотиться? Сейчас пойдем охотиться. Потому что что? Потому что у меня нет волоса, у меня нет кожи. У меня нет волокна. Да ты серьезно? Да ну нафиг. Подожди, откуда у меня волокно вообще взялось на первый-то волос? Я что-то лутанул? What the fuck? Я даже этого не помню. Ну окей. Балайсяша. Твою! Что-то мне это однозначно не нравится. Это что было? Это что было за звук? Эй! Это, наверное, этот. Может, дроп упал? Но мне это не нравится. О-хо-хо-хо. Ладно. Привыкнем, осмотримся. Если знаете, что это за фигня, что это был за звук, пишите в комментариях. Камон! Я снимаюсь еще 4 ноября. Я решил все-таки... Пофигу, что со мной будет. Я сниму для вас визу, чтобы не делать... Перерывы. На, в жопу все. Будем стараться, как можем. Обещал через день. Буду через день. Пропустил день, значит, две серии в ряд подряд. Да! Что поделаешь? Обещание нужно сдерживать. Погнали! Сейчас мне нужно что? Мне нужно пика-пика-пика-пика-пика-пика-пика-пика-копье. Да ты серьезно? Эй, лев зад! Смотри, иди отсюда! Нет у меня еще копья! Не-н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 е. Я никого не трогал. Не-не-не. Не-не-не, братва, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У меня даже оружия в руках нет. Ну ты посмотри, куда я в трусы себе их, что ли, запихаю топор? Чем я тебе их убью? Мне не нравятся ваши красные эти. Эти красные не нравятся. Лучики. Братва, да я мимо проходил. О, Птер не даст соврать, я мимо проходил, ты смотри. Если б я был бы плохим, я бы его бы тоже бы ударил.
Я реально не помню, что они делают. Я реально не помню. То ли они вызывают вот этих кругляшей, то ли чё. Вот так. Пошёл в жопу! Он чё пытался стрельнуть? Иди взад, дебил! Мать твою, пошёл ты! Да иди ты! Она сама на меня напала, но вы видели же, это была самооборона. Кому я доказываю? Роботам, которые просто сошли с ума. Камон, это система безопасности. Ну блин, идите в баню. А, оторвались. Ух. Да ну нафиг. Я честно не помню, что они делают. Прям вообще у меня еще это уже поломанный почти. Ох. Ладно. Вот, да тут топеж-то, тут топеж-то сколько? Точно буду томить топежару, буду. Кайф! Буду томить топежару обязательно, значит, все, супер. Так, где эта овца, из-за которой меня... Все на вас? Господин офицер? Ага. Так, где эта овца, которая меня ударила, которую я убил, и за которую за мной стали охотиться? Не, ну хитина-то лишним не бывает, тем более мне нужно на топежику. Где-то около кустов это дело было. Я помню, эта тварь меня где-то здесь напала. Вот это, короче, подстава. А что самое прикольное, я не нашел труп. Я без понятия, где он. А может быть такое, что они тупо труп куда-то там дезинтегрируют? Типа убирают и так далее, да? Я не знаю, я не нашел этот сраный труп. Козел. Ух! Конкретную подставу кинул. Что за создание? Нельзя надо быть. Господи, какая ужасная текстура у меня. Эй, насрать все равно лучше, чем могло бы быть. Ха! Так, ладно. Ладно, к этим чувакам я не буду подходить, они злые, короче. Вот будем считать, что они злые. Я пока никого не знаю, они все злые. Кого я могу притомить на первом этапе? Топежа, это, конечно, кайф. Это будет летун, это все дела, все хорошо. Топежа, это не спорю. Паразавр, что ты мне дашь, паразавр? Я не знаю, кого томить, слушайте. Это надо реально думать, кого томить в первую очередь, чтобы он мне... О, добрый вечер. Не-не-не, не считай! Нет. Успел. Успел. Отлично. У меня есть еще больше кожи. Супер. Я уже могу, значит, что-то сделать больше, нежели то, что имею. Ай, такс. Ладно. Мне нужно найти место под дом. Ну и нафиг. Пошли в жопу все эти козлы. Они так все на меня смотрят, хотят убить. Я знаю. Я их знаю, они все хотят меня убить. Погнали, прогуляемся. Я знаю, что сейчас на это приключение на свою задницу, но давай погнали, прогуляемся. Так вот, вместо аргентовиса... Добрый вечер, текстуры, вы куда пропали? Мне это однозначно не нравится. Не нравится, я подчеркну. В общем, вместо птера... А вот эти полы мне нравятся, я от них балдею. Прям вот когда прозрачные полы, это кайф. Вот, вместо птера я буду топить топежару. А вместо аргентависа у меня будет, логично, сова. Вот, поэтому в этом есть смысл. Обновлять полностью. Мишку бы притомить. Вот Мишку бы я бы притомил. Слушайте, вот реально, Мишку бы я притомил. А где у нас медведи здесь? Тусуются ли? А они там случаем не тусуются? Около поломанного обелиска. Собственно, который поломался, когда мы сюда только прилетели. Сюжет такой, типа, ты прилетаешь на эту карту. И в связи с этим... Или вместе с этим, то есть, так совпало, скажем так, ломается обелиск у тебя на глазах. И, соответственно, вот это все приходит в небытие. Что типа того. Насколько я помню, и если я отсюда упаду, я точно сдохну. Надо было по низу бежать, да? Мне туда надо.
поверху дофига обходить. Ух! Ужас. Ну, кстати, здесь деревья добыть можно, траву добыть. А я лавочек всяких и столбов не вижу. Может, они в другом месте? Ладно, надо спуститься вниз. Спустился, мать твою, за ногу один такой вниз! Да пошли вы в зад, я только что упал с 10 этажа. Вы че, дебилы, что ли, нафиг идете? Полтора косаря хп. Вау, я честно думал, я сдохну. Твою бога душу, мать. Это было классно, страшно и неожиданно. Но... Иди нафиг, мелкий пиздюк! Не-н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 е! Идите все в бон! Так... Вот, кстати, я сейчас бегу? Я даже ведь не знаю, там вообще мишки есть или нету. Начнем с этого. Я реально этого не знаю. Понимаете? Я бегу без информации. Зачем я туда бегу без информации? А не знаю, спросите у меня. А, вы и так это делаете. Наверное, надо нажать на паузу, все-таки посмотреть. О, Анкилка, добрый вечер. Это неплохо. Анкилка здесь есть. Надо посмотреть, где здесь все-таки на... территории города спавнятся медведи. Ну, должны же они все-таки где-то спавниться. Еда, еда, еда! Черт! Еда, забыл! Это жри. Пойдет пока что. Блин. С грибами было легче, они были сытные, и они пополняли больше здоровья. Так. Вот этот обелиск. Ну, кстати, а ты целенький какой-то. А тот был какой-то потухший. Может, ты целенький? Ой, там какие-то эти защитники стоят. Не, короче, давай я лучше посмотрю все-таки в интернете, где они спавнятся. Я вспомнил, для чего я туда гонял. Для Аргентависа. Точнее, за Аргентависом. Вот около этого места где-то тут спавнится Аргентавис. Ну, а медведи, как я и предположил, из-за чего я полез все-таки на Вики лазить. А медведи зимка и около зимки. И я порядка около полчаса. Ага, это вот так я тогда грохнулся, да? Ну, спасибо. Ага. Секунду. Долбанные орехи. Наелся орехов. Короче, шарился. Откуда я вообще пришел? И в итоге я понял, что нужно томить того, кто мне пригодится. Я искал какого Диноса. И да, я нашел. Я не хотел томить того, кого я уже томил. И, соответственно, пал выбор. Не то, что даже на тех, кого... кто с этого мода и так далее. А какого веса много. Вес мне пригодится, и почему бы нет. Добывать ресурсы, все дела. О, кстати, вот. Иди-ка сюда. И я чуть не упал. И... газбакс. Да, просто тупо... О, кристальчик. Кайф. Это мне сейчас очень сильно пригодится, наверное, но это не точно. Газ Бакс. Да, я буду томить его, потому что... О! Да чтоб тебя! Офигеть, мне даже на... А, так у меня всего... Да иди тебя в жопу, иди! Я вот это же жму! Почему-то клик не проходил. Я решил томить Газ Бакса, потому что у него много веса, он частично летает, да и в целом такой неплохой чувак в подспорье. О, вот это мне тоже нужно. С моим желанием полета. Да, нужен слиток металла, а не кристалл. Ну ладно, зато труба есть. А труба это хорошо, свой-чужой уже вижу. Где, что, как, зачем, почему. Так, надо скиновик кинуть на жопу их. Так, скинули все ресурсы. И здесь где-то... летает Аргентавис, по ходу дела. Я его здесь слышу.
Прикольно. Свой чужой работает прекрасно. А также я слышал какого-то то ли Скорпиона, то ли Артоплевру. О, ну, сейчас Аргитависа тоже слышали. Возможно, где-то вот там под низом. Не хочу проверять, так как мне будет от него жопа. О, классно, свой чужой, это просто супер обозначение. Мне это очень сильно сейчас поможет. Плюс я их вижу левела и могу так... Хоп, я вижу тебя! Так, отлично. И, кстати, да, Инфорсер. Реально, я запомнил, как их зовут. Инфорсер, блин. А тот круглый вроде Defender, защитник. А мелкий я не помню, так как мало его юзал. Хотя прикольно. Прикольно, типа управляешь им все дела. Я думал притомить Трайка. Но решил, что не хочу Трайка. О, паучки, это прикольно. Что там у нас? Там ничего интересного. Трайки это прикольно, но я не хочу. Вот честно, не хочу. И, в общем, пока я там лазил, вот эти все полчаса туда-сюда, я наметился на то, кого я буду томить. Но так еще пока что и не придумал, что я буду делать. Куда сейчас бегу? Бегу за газбаксами. Да, они находятся где-то здесь. Ну-ка. Защитная единица. Ну, я помню, что он Defender называется. То есть защитник. Кстати, раньше он назывался защитник, сейчас защитная единица стал. А вы козлы. Ох, мелкие ублюдки. Маленькие. Ой, я помню, как я боялся отсюда выбежать. Оу, вообще просто за ворот боялся выбежать. Ой, всегда, когда что-то новое, это что-то прикольное. Да, чуть не упал. А хотя что, у меня ж есть теперь. Пара шуток. Хитинка. Так. Топижарка. Топижарка 10 левел. Это, конечно, маленький. Кстати, как его называется? Разведчик. Ну, точно же. Я говорю, опять-таки же, не помню, что они делают, как они делают. Я даже... А, это Фиомия. Я подумал, чё, медведь, чё... Я отсюда типа убегал, у меня сразу такие реально мысли, типа, я отсюда убегал. О, топижара 70 левел, кайф. Ой, тинка, иди в жопу. Не помню, как томить газбаксов, прям вообще не помню. А чем я собрался томить? У меня же нету ни лука, ни стрел, ни лука, нифига. Вот такая вот фигня. Лук, почти угадал. Дерево не хватает. В смысле? Серьезно? А куда я дерево все потратил? Кстати, когда я с альфача пришел. А, грибное дерево, отлично, вот. Туплю. Когда я с альфача пришел, в общем, короче, у меня почему-то патроны дробаш точно так же опять точно так же исчезали. И, кстати, что-то вес у нее так. А может, нормальный вес? Опять исчезали с дробаша, я не знаю, патроны с дробаша опять все исчезли, просто там их было дофига, не опять исчезли. Что мне сейчас нужно? Лук мне нужно. Мне нужно лук, делаем лук. Мне нужно стрелы, не так, стрелы, делаем стрелы. А для этого мне нужны наркотики. Ну классно! А для этого мне нужно сделать... Походу мне придется все-таки поставить фундамент. Поставить вот это вот там. Мегатерия это тоже прикольная штука. Но не хочу. Не хочу. Я хочу мешаник. Мешанки это кальдовам. Так, ладно. Ищем такое более-менее свободное место. Ставим фундамент. Здесь нежелательно, потому что я помню, что сюда эти козлы вот оттуда бегающие могут сюда сбежать и прям на изи. Забежать или в данном случае залететь, так что да. Вон там спрячусь пока что. Так, в итоге стрелы готовы. Лук, стрелы. Все готово, все отлично. Погнали, погнали искать газбаксов. Газбаксы находятся за территорией.
А это означает... Жопа полная. Вот что это означает. Я могу сдохнуть, просто находясь здесь. Ну уж не говоря о чем-то более серьезном. Такс. Ой, ну халикатери. Классный купол. Как же все-таки здесь красиво. И как это кайфово после всех вот этих пещерных выживаний видеть небушка. Даже такое вышенное. Дурная птица, твою мать, нифига себе, я испугался. Серьезно? Она настолько быстрая? Ты чё? Дурная птица? В жопу иди! Ничего интересного. Мне просто было все-таки интересно, есть там что-то интересное или нет. Так, здесь тоже ничего интересного. О, дурная птица отстала, отлично. Да уж, вот от вас я точно не убегу. Опежек 15-й. Текс-рекс. Блин. Точно не показалось. Я на слух услышал раптора, как бежит, и понял, что надо текать. Не показалось. Черт побери. Я в жопу. У меня догоняет. Ты серьезно? У меня слушается скорость. Не догоняет. Фу, я просто с горки бежал, поэтому так казалось. Да уж, тот, походу, дело с газбаксом у меня тоже все как-то не удается. О! Кайф. Лишними ресурсы не бывают. Как ни крути. Ну, походу, дело реально с газбаксами мне не судьба. Такс, обезьянчик. Обезьянчик, конечно, это прикольно, но да, не очень-то. Да. Кстати, инфорсер. Блин, чё, мясо, жареное мясо? А, не, подожди, это этот. Поросерка. Серьезно? Сырое первосортное мясо? Ай, господи, это порой труба меня просто убивает тем, что она пишет. Слушай, ну я не смогу найти газбакса, по ходу дела. Я сейчас просто тупо пробегу и... Васё? Точно, у меня был бонус. Ого, 120-й! И не написано, что он максимальный. Прикольно, да не очень-то. Я же газбаксов-то до сих пор не вижу. Причем реально я их даже здесь не вижу. Они обычно здесь-то и тусовались. Ох-ох-ох. Не, походу дела не найду я его. Вот, хотел себе помощника в первой же серии притомить. Да нифига. Не судьба. А, инфорсер, блин. Слышу топ-топ-топ. И уже шкребанул. Да ты нифига плюешься на полкарты, собака. Ой-ой-ой-ой. Я вообще не знаю, что делать. Я прям вообще реально, я не знаю, что делать. Ну, по ходу дела, я пойду строить все-таки дом. Ну, все в баню, ну все нафиг. Пойду я строить дом, однако. Только где его строить? Это уже другой вопрос. Надо найти какую-нибудь ровную площадку. Всегда где-то в том районе меч красивый, воткнутый в землю. Из заметок мы узнаем, что это за меч и так далее. Классно. Где бы построиться? Не хотелось бы слишком высоко, но и не хотелось бы не на ровной поверхности. На ровной поверхности, ну прям же кайф.
Но прям же кайф на ровной поверхности строится. Потому что тебе не нужно заморачиваться с выравниванием фундаментов, а это означает, ты их ставишь в дофига раз меньше. Ну и не хотелось бы построиться в какой-нибудь жопе, где потом я буду вздыхать. Добрый вечер. Но поищем, окей. Пока искал, нашел два классных трупика. Такс. Ой, да иди ты в жопу, твари! Безмозглые твари! Ну, реально они безмозглые. Какой там мозгов-то, господи, вы что, тараканах там мозгов-то? Серьезно, что ли? Не подходи. Молодец, красава. Да блин, в смысле ты не добыл его? Такс, а если б я... вот этим добуду? Да что-то вроде как не очень-то. Ну что-то, что-то. Да уж. Ну, короче, все еще в поисках. В поисках ровного места. И я что сюда-то пришел? Спустился обратно вниз. Я вот про вот то место вспомнил. Там много то, где, когда всегда строится. Поэтому почему бы и не глянуть? Какого фига? Опять же? Не, ну я тебя сейчас, даже если притомлю, у меня седла-то на тебя нету. Камон, я газбокса-то хотел томить, потому что он... даже если ему нужен седло, там говноресурсы нужны. Хотя слушай, погоди, а что надо на седло от топижара? Я вообще могу его сделать? Естественно, нет. Ай, ты нафиг, короче. Вот. Либо это место, либо где-то там место было. Не, ну здесь оно нифига не ровное. Не, конечно, здесь оно классное, но оно не ровное. Не, нифига. Не хочу. Неинтересное место. Давай. Блин, бегал же недалеко от воды. Чего ж не попил, да? Слушай, а вот здесь уже более ровное такое местечко, походу, дело. Ой, добрый вечер, вы там деретесь? Давайте без меня. Ну, слушай, ну, к примеру, вот это. А? Чё скажете? Мне нужна большая территория. Вот сразу говорю, мне нужна большая территория, мне нужна большая ровная территория, чтобы я ее не выравнивал фундаментами и не строил 1500 миллионов фундаментов. Ну, слушай, да, походу дела реально вот это вот место самое такое, огонь будет. С этой стороны не подойдут. Там ставишь большие ворота, там ставишь большие ворота. Сверху могут грохнуться вот эта жопа, конечно. Вот, ну а что поделаешь? Не, наверное, все-таки лучше вот этим добывать. Да, походу дела реально лучше этим добывать. Да, наверное, я буду здесь жить. По крайней мере, пока что, а там будет видно. Электроника, металлолом? Что? Да топор круче оказался. Да ну нафиг, топор во всем круче. Вот задница. Ты смотри, реально, металлолом, электроника. И пыльки больше. Ну, блин. Не, короче, пошел еще искать. Да, пошел искать, это я, конечно, красава сказал. Глянул на время, уже 34 минуты видоса. Ха, надо заканчивать. Хватит уже делать часовые видосы. Я сам бы такое не смотрел. Так что, да, будем на этом уже заканчивать. Почему бы нет? Сумбурное начало, но когда оно было не сумбурным? Камон, ну красиво же, черт побери, реально красиво. Будем заканчивать на этой прекрасной, замечательной, великолепной, наверное, ноте. Все. Начало, как говорится, дано. Будем выживать в этом прекрасном мире. В следующей серии я уже точно, точнее, к следующей серии я уже точно найду место под постройку. Уже начнем строительство этого прекрасного творение. Кстати, я даже не знаю какого, надо бы какие-нибудь концепт-арт посмотреть, что ли, что я вообще хочу. Но... пока что не знаю. Ну, а на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорю, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливы, всем добра, всем пока.
Да, и да здравствует новый сезон. Да, новый сезон. Пока.